Всем привет! И мы перенеслись немножко вперед во времени. На один денек. Точнее, не на денек. На ночку. И продолжаем. Продолжаем. У нас теперь целая компания. Сумасшедшая белка на мертвом коте. И зазнавшаяся ящерица, но боевая, отчаянная боевая зазнавшаяся ящерица. Вот в такой честной компании мы будем исследовать эти места. Так, значит, здесь мы встретились с ящером. Что тут? По-моему, мы тут не были. И это куда-то ведет туда дальше, да? А еще мы здесь вот не были. Теперь у нас прям богатое пространство, куда можно пойти. Ой, кошечка. Кошечка, здравствуй. Серые глаза кота затуманены, но он глядит на вас с большим интересом. Что? Как я попал? Эй, хватит за мной ходить. А, да, все с тобой в порядке. А, да, хорошо, у меня все хорошо, я просто не знаю, все как в тумане. Так, у нас есть сумасшедшая белка и пьяный кот. Спросите, откуда он здесь взялся. Кот открывает рот, чтобы сказать что-то, но его глаза затуманиваются, он резко отворачивается от вас. Так, запомним, черный кот, черный пьяный кот. Будем иметь в виду, что он здесь есть. Так, тут всякие обломки кораблей, там я вижу длинный сук. Да, это то, что нам надо. Я не знаю зачем, но мы это возьмем. Ракушка так вообще милое дело. Как можно пройти мимо ракушки и не взять ее? Совершенно невозможно. А тем более не заглянуть в старую пустую вонючую бочку. Там наверняка лежит золото. Почему бы и не да, сказал мистер Рандом. Так. С тобой все в порядке? Кажется, она просто ракушек собирает. Ладно, привет, девочка. Здравствуй, леди. А тут лучше, чем на этом вонючем корабле, правда? Ну да, получше. Это замечательно, что вы спасли остальных. Я одного видела на берегу пару часов назад. Он одежды выжимал. Увидитесь, передавайте ему привет. Непременно. А ты больше ничего не хочешь нам сказать полезного? Раз, два, все команды мертва, три, четыре, лучшие ракушки в мире. Потрясающе. Девочка просто само жизнелюбие, сама жизнерадостность, понимаете? Так, мы заберем все ракушки у тебя, ребенок, потому что не только детям ракушки нужны. Смотри, какая огромная, почему? Почему вот такую бы нам не взять? Мне кажется, за нее бы дали гораздо больше. О, вы видели? Вы это видели? Вы это видели? Так, я хочу знать. Я хочу знать, где эта ракушка. Где она? Дайте мне. Ракушка. Смотрите, гигантская ракушка стоит 2 золотых. Такая вот красивая тоже ракушка. 2 золотых? Вы смотрите, а это прям... А, нет, в смысле их 5, и вот все... все. Нет, все по одному стоит. Все ракушки стоят по одному. Ну и ладно, у нас особо пока торговать нечем, чтобы не пособирать ракушки. Вдруг мы сейчас на ракушках поднимемся. Junk. Сам... хотела сказать... Я ж прям бы слов не нашла, так возмутилась. Какой мусор? Это ценный ресурс. Между прочим, на дороге даже один золотой не валяется, мало ли что. Так. Такая расточительная. Клещи. А клещи нам зачем? Клещи это которые кусь делают, клещи. А мы туда можем пройти? Кстати, знаете, что я хотела сказать? Что здесь очень прозрачная, очень приятная водичка. Вот если бы это было в реальной жизни, я бы уже была вот где-то там. Посмотрите, какая она чистая. Все видно просто. Вот все. Все... водоросли, все вот эти растения, крабики, все видны. Так, продолжаем. Бутылку воды нам не достать. Ну и ладно. Не время печалиться. Так, рыбья кость. Конечно, мы возьмем рыбью кость. Даже не думайте, что мы ее оставим. Совершенно невозможно. Да, опять. Рыбья кость опять. И ракушка опять. Так. Так, что-то там... Я слышу, кто-то разговаривает.
Так, мы где? Ага, пойдемте сначала вот туда сходим. Потому что там, по-моему, что-то происходит. Я бы хотела еще чуть-чуть походить, посмотреть в мирной обстановке. Да, и вот там мы еще, по-моему, не были. Так, полузакопанная бочка. Что же там в этой полузакопанной старой ненужной бочке? Ну, абсолютно ничего. Цветок арники. Ну, это наверняка для каких-нибудь дерев пригодится. Я прям не сомневаюсь даже. Хорошо, что есть эти подсказки. А тут столько всяких разных предметов. Вот бы их было весело находить, не имея этих подсказок. Так. Ага. Белые грибочки! Грибочки! Да, мы богаты. Мы просто спасены. Потому что грибы — это прекрасно. Сварим суп. Суппи. Знаете, такую присказку там? Скалопендровый листочек, желтые пыльки чуть, получился суппи. Да, и маленький грибочек. Вот грибочек у нас уже есть. Так. Здесь ничего интересного. Это штандарты, вымпелы. И ничего такого. Так, а что это? Лианы. Знаете, что значит лианы? Что по ним можно залезть. Да, вот они. Так, ну-ка. Пойдемте залезем. Нокдаун? Почему нокдаун? Так, а, это колючки, они нам не дают этого сделать, да? А что, если мы их поджарим? У меня там есть какие-нибудь огненные заклинания? Так, у меня есть огненная стрела, я помню. А прям... Так, сейчас, подождите, я посмотрю. Прискорбная обстановка для непринужденной беседы. Однако же продолжайте. Так, нет, не сейчас, парень. У меня есть важное дело. И мне его надо сделать. Так, чтобы мне переключиться между персонажами... Так, надо выбрать его, да? Что у нас тут есть? Сокрушающий удар. Каменная броня. Жар дракона. Вот! Выдохнуть конус пламени. Так, сейчас минуточку. Давай чуть поближе подойдем. Чуть-чуть поближе подойдем. И давай выдохнем конус пламени на эти колючки. Я не уверена, что это поможет, но чё бы не попытаться. Ну что ж, колючки загорелись, кажется. Но я не знаю, сгорят ли они при этом. А можно теперь как-то потушить огонь? Так, все. Еще мы, смотрите, мы должны еще учитывать, что после того, как оно все сгорает, потом еще облако дыма получается. Так, ты сможешь залезть? Нет, не помогает. Ну, я хотя бы попыталась, ребят. Видимо, эти колючки нужны для чего-то другого. Будем иметь в виду. Нас не зря туда не пускают. Наверняка для этого есть какая-то серьезная очень причина. Например, там может быть какой-нибудь жуткий монстр, которого мы не сможем одолеть, пока не соберем всех четверых. Смотрите, что это? Что это? Сир Лора? А, это наш дружище Велка. Окей. Так, а там мы были, да, с той стороны? С той стороны мы ходили, и там тупик, по-моему, был. Если мне память не изменяет. Сюда, получается, как-то можно пробраться. Но мы будем иметь в виду этот момент. Еще, если что, вернемся. Сюда успеем, я думаю. Не страшно. Я что-то вижу. Секреты. Ищите потайные проходы. В Ревелоне множество потайных рычагов, нажимных пластин и скрытых люков. Попробуйте пройти сквозь свисающие лианы. Восприятие. Вы открыли нечто скрытое. Чем выше ваш уровень восприятия, тем больше ловушек и секретов вы можете заметить. Так, уровень восприятия. Восприятие 10, а у меня тоже 10. То есть я тоже могла бы его увидеть, да? Так, и что ж ты заметил? Пройти сквозь лианы. А, туда. Ну, давайте пройдем сквозь лианы. Да нет, давайте не будем продолжать. Давайте исследуем местность. Смотрите, мы прошли... Какой-то секретный лаз и тайный альков.
Прекрасно, что там нас ждет? Надо сохраниться, наверное. Интересно, куда это ведет? Ну да, интересно. Мертвый человек. Знаете, как-то это не обнадеживает. Мертвый человек. Так сейчас тут, наверное, знаете? А, погодите, так он мертвый не мертвый, по-моему. Это, по-моему, наш друг с корабля. Бочка со слизью. Яд. Так, ну, Фейн. Привет, Фейн. Рассказчик, когда открывается ниша, вы видите там того же самого скелета с корабля. Да мы знаем, кто это? Склонившись над трупом, он тычет тому в лицо и оттягивает кожу. Фу, фу, что ты делаешь, Фейн? Проклятие. И как, скажите на милость, возможно, рассказчик, так, костяные пальцы ухватывают кожу на лице мертвеца и резко дергают вверх. Еще пару раз потянув труп за щеки, скелет оставляет эту затею и роняет голову обратно. Он падает с глухим стуком. Тю-тю-тю, мой мертвечинушка. Проклятие, крепко держится. Возможно, борода создает дополнительное крепление, это любопытно. Да, пожалуй. Тьфу, нет, не подходи, не. А, это ты, признаюсь, я удивлен. Возможно, получится тебя лучше, чем мне казалось, но спасибо. Так, да, кстати, что он тут забыл? И что, да, что он пристал к мертвому, тоже как бы интересно. Женщина, украшая мою маску, оказалась куда более ловкой, чем я думал. А он имеет в виду про ошейник. Я погнался за ней, но тут она меня ускользнула, поэтому он вновь поворачивается к мертвецу, вдумчиво тыкая ему пальцами в лицо. Да, что ты от него хочешь? Мне нужно его лицо, что же еще? Что еще полезного я могу взять с гниющего трупа? Досадно, что это лицо так привязано к своему черепу. Фу, как отвратительно. В обычных условиях я воспользовался бы специальными инструментами, чтобы аккуратно, но бесповоротно сорвать лицо с этого трупа. Я мог бы изготовить маску, чтобы скрыть свои кости, но у меня нет нужного инструмента. Скелет хватает труп за щеки, силой тянет на себя. Кожа мертвеца не поддается, и скелет раздосадованно кряхтит. Фу. Спросить, зачем ему маска? Спросить про его череп, да. Какая еще резьба? Это же не можешь серьезно полагать, что мы с тобой одной породы? Тебе не доводилось видеть ничего подобного, потому что тебе не встречался никто похожий на меня. Говоря просто, я вечный, а ты нет. Соболезную. Ну, спасибо. У остальных, увы, та же проблема, что и у тебя. А мои сородичи блистают своим отсутствием. В этом мире их точно нет, по крайней мере. В иных же мирах сейчас в черных копиях ведутся раскопки. Возможно, там я найду ответы на свои вопросы. Так. Вечные, да. Культ, что за глупости? Наша раса возникла еще в те времена, когда понятие расы-то не существовало. Кроме нас не было никого. Скелетов? Я мог бы предложить себе представить себе вечного как существо, наделенное безграничными талантами и умом, но боюсь, твое воображение слишком ограничено. Не кажется ли, они все зазнавшиеся засранцы? Мы изучали тайны мироздания, мы создали шедевры искусства и исчезли. Я их найду, где бы они ни были, найду, и у нас вновь будет свой мир. Ага. Значит, ящер хочет на трон сесть, скелет хочет найти своих близких. Так, ну, пошли с нами. Я полагаю, с учетом всех обстоятельств, это может оказаться взаимовыгодно. Я вижу, что ты в этом мире чувствуешь себя куда свободнее, чем я, это может быть полезно. Так, да, превосходно. Раз уж мы тут разговорились, возможно, уже стало очевидно, что мои способности универсальны. Разумеется, магическое искусство – мое излюбленное хобби, но это не означает, что я не владею клинком или луком, так что именно требуется для этого предприятия? Волшебник? Почему бы нет? Я больше лучник, чем волшебник. Так, тот, кто умеет драться, сказать, что обладает достаточной ловкостью мистических искусств. А что значит... магия.
У нас всего 3-4 варианта, да? Это мне по силам, даже если одну руку привязать за спину. Ну, так что вперед, нас ждут великие дела. Отлично, у нас теперь есть боец, маг и лучник. Ну, то есть я. Так, решено. Великолепно. Вот и славно, тогда в путь. Чтобы разделить отряд, разведите в сторону по 3 персонажей, разорвав соединяющие что-то там связи. Так, ну, я не уверена, что я уже сразу, вот, приобретя новых друзей, хочу с ними сразу вот прям расстаться сходу. Надо познакомить поближе хоть для начала. Так, поговорим мы с ними обязательно, чуть-чуть попозже. Мертвый человек. Лицо не лицо, а у него есть золото. Что нам, конечно, пригодится. Так, я так понимаю, что точно не нужно скелету, так это... О, перчаточки нашли. Итак, я думаю, что точно, что не нужно скелету, это еда всякая. Я очень удивлюсь, если он в этом нуждается. Так, здесь больше ничего нет. Ой, радуга, смотрите, как красиво. Сундучок. Не достать. А как... Так, давайте посмотрим, кстати говоря, что у тебя тут есть. Так, пылающие кинжалы, каменный удар. Это, по-моему, у всех есть у нас, да? Возгорание поджигает всех вокруг. Мы все какие-то огненные. Притвориться мертвым. Типа как жук такой. Знаете, так лапками вверх упал на спинку и все. Гениально. Так, у него тоже есть свиток воскрешения, огненный шар. В общем, искажение времени. Так, ну, окей. Простая атака. Да, зачем она тут? Уйди. Уйди! Уйди! Так. У него нет ничего, что могло бы нам помочь, кажется. Так. Так. Можно, кстати, твои посмотреть? Твои... Так, у него больше всего интеллекта. Значит, у нас появился кто-то умный в отряде. Отлично. Ну, кстати, неплохое телосложение тоже. То есть он у нас умный. Будет отвечать за ум. Так, а еще у него тоже, естественно, есть геомантия. Вот почему ее... Почему ее есть? Почему она есть у всех? Это как-то нелогично. Лучше бы у нас были разные навыки. Так. Хочу сундучок. Как туда попасть? Так. Это, наверное, Белкинс там ходит. Давайте здесь метку поставим. Надо было, кстати, на тех лианах тоже поставить. Смотрите, а он тут даже нарисован. Сундукс. Сундукс будет у нас. Тут у нас сундукс. Вот мимо лиан, если пройдем, тоже там поставим метку. Так, а это что? Ну-ка. Здесь тоже вот что-то, и здесь что-то, а мы тут не были. А надо побывать. А как туда попасть? Так. Здесь нет каких-нибудь лиан там? Я слышу, как будто кто-то плачет. О, смотрите, лианы. Ой, я не заметила этот яд. Ёлки, простите меня. Это было не очень логично с моей стороны, ну да ладно. Я надеюсь, мы не умрем прямо сейчас сходу. Так, ты где? Отряд не следует за вами. Члены вашего отряда не следуют за вами через опасные поверхности и прочие препятствия. Расчистите проход, они снова пойдут за вами. Так. Классно. А, что ты делаешь? Простите. Мне нужен был... товарищ дракон. Он умеет делать пых-пых жаром. Ага, да хватит ходить по яду. Ну почему такие нелогичные, ребята? Так, Фейн, ты там умеешь огненные стрелы. Выстреливай 3 пылающих кинжала. Давай. Надо поджечь этот яд. 1, 2, 3. Все, яд подожгли. Так. Сейчас он сгорит. И мы двинемся дальше. Ну, не заметила я яд. Ну, с кем не бывает. Ну, вот
раз и не заметила. Так, все, вперед, вперед, моя маленькая армия. И мы, значит, пробрались в какую-то... какую-то новую локацию для нас, да, давайте изучать. О, сколько тут всего, кому-то плохо. Пойдемте узнаем, что не так. Что не так? Не плачь. Из-за корзины доносится тихий плач. Вы заглядываете за нее и обнаруживаете маленького человеческого ребенка, девочку, обнимающую колени и дрожащую. Что случилось? Девочка затихает. Кажется, рядом с вами ей спокойнее. Она поднимает на вас любопытные глаза. Спросить, так, предложить ее обнять, спросить, любит ли она загадки. Ну, для начала надо бы спросить, что она плачет, как-то странно подходить к человеку, которому плохо, и начинаешь шутить. Здесь есть чудовища, ящеры, и другие, настоящие, я очень-очень боюсь. И скучаю по маме с папой. Так, спросить, почему она ящера боится. Хозяйка была ящерица, это она нас сюда отправила, меня, маму и папу. Она была злая, все ящеры злые. Это из-за них я больше никогда не увижу маму и папу. Так. Ну, мама и папа самые лучшие, они любят и никому не дадут тебя обижать. Когда их нет, ты совсем одна. На мгновение она встречается с вами глазами, потом пускает голову на колени и тихо замирает. Так, нет, нет, погодите. Ну вот. Так. Хорошо, что мы не ящером с ней решили поговорить. Преступление и наказание. Если вы решите взять чужое, даже прикоснуться к нему. Так, ну, хорошо, понятно. То есть все красное, это не мое, да? Ну, я же могу надеть модный куст или бочку. И мне все ни по чем будет. Все ни по чем, может, кирпичом. Так, давайте, прежде чем начинать гравить, тепло. А что будет, если я нажму на тепло? А я могу его погасить. Ну, зачем лишать тепла людей? Пусть горит. Так, шатер. Здесь куча всего, все чужое. Так, а кто здесь внутри-то есть? Никого нету? По-моему, тут никого нету. Давайте сохранимся и попробуем что-нибудь взять. Ну, зачем? Зачем вот... так, быстро... что это? Какие-то тряпки. Так, малое зелье лечения. Корзина. Ну, давайте попробуем. Никто же меня не видит. Да, меня никто не видит. Хоба! Руки прочь! Ну ладно. Прочь так, прочь. Прочь так, прочь. Я не прочь пойти прочь. Если надо идти прочь, что ж поделать-то? Ничего, сейчас разберемся. Ну, в конце концов, рвать не очень хорошо. Чего мы не... У нас вот ракушка целая гора. Мы купим этот остров. Между прочим, в некоторых племенах ракушки были валютой. И может и сейчас где-то есть. Так что мы богаты. Так, свиток огненный. Да у нас этих свитков, честно говоря. Не плачь, девочка. Все хорошо. Пойдем поговорим с ней, пока мы еще не ограбили случайно. Уходи прочь, тебе здесь не рады. Прочь, свинья двуногая. Что? Ничего себе! Так, ну, она подозрительно глядит на вас. Ну, мы не желаем ей ничего плохого-то. Чё она так разругается? Прошу тебя, просто уходи. Так, ну... ладно. Хорошо. Так, хоть рыбную косточку можно подобрать. Вот шептун трава, наш лучший друг. Она всегда с нами. Она никогда не против того, что мы ее собираем. Не ругается на нас. Вот. Иди к нам. Шептун трава, иди ко мне. Шептун, шептунишка. Так, о, побережье форта Рады. Смотрите, это кто? Это черепаха. Я думала, монстр. Так. А мы здесь были? Или мы здесь не были? Кажется, мы здесь не были. Черепашка, тортилушка, здравствуй. Чуешь, чуешь приближение тьмы? Спросите, что она говорит.
Ну да, кругом монстры. Отбрасывает ли она на тебя столь же длинную тень, как на меня? Мое сердце покрывается льдом, словно в меня ворвалось само небытие. Она грозится поглотить меня, грозится поглотить нас всех. Кажется, это черепаха немножко пессимист. Ну ничего, бывает, с кем не бывает. Так, рыбёшка. Чего? Нет, рыбёшка штука. Ой, вы видели там, какая огромная? Это старая, та вообще, наверное, уже живет 1000 лет. Что это? Я что-то нашла. Ключи земли. Судя по грязи, здесь недавно копали. Если у вас есть лопата или вы ящер, можно попробовать узнать, что же тут зарыто. Ну, по счастью, у нас есть ящер с нами. Да нет, я не хочу с ним разговаривать, я хочу копать. Иногда приходится попыхтеть, чтобы добиться результата. Опа! Ящичек! Отлично, узорчатый сундук. Так, Луся. Свиток спокойствия духа накладывает на цель чистоту разума, повышает силу, ловкость и все прочее. Так, мало зелья лечения и куча золотишка. Прекрасно. А у нас там, кстати, еще какая-то книжка была, которую надо прочитать, я помню. Так, давайте... Ага. Давайте свиток уберем сюда, чтобы он тут под рукой у нас был. Кстати, у нас есть... Ослепление, воскрешение, целых 2, огненный шар. Мы почти готовы к серьезным испытаниям. Кстати, я тут хотела спросить господина Фейна, чем он там дерется. Так, у него есть импровизированный жезл, а у нас есть, кстати, жезл гораздо лучше. Это яд. На тебе вот такой жезл импровизированный, он помощнее будет. А этот мы вообще продадим. Мы его продадим. Так, лук пока будет. А, по-моему, только из него можно стрелы магические выпускать. Я не уверена, но мне кажется, что это так. А, и да, его мы в товары отправим, потому что он слабенький. Так, грязные перчатки, кстати. 2 физические брони. Так, у него какие-то есть перчатки. А у меня, по-моему, никаких нету. Я вот и надену. Чё мне-то? Будет все броня получше. Так, ну они все у меня не раздетые в целом. В чем-то да одетые. Так, запятанная рубашка. А, так, 2 физическая броня, 1 физическая броня. Надо поменять. Так, а это мы в товар добавим. О, ничего себе, смотрите. Переоделся. Где же тут такое на него нашлось-то, а? Так, ну вот чуть-чуть... Чуть-чуть пере... так, граната огненного смерча. Все сразу. Провести мощную атаку, нанеся кучу урона. Жар дракона. Каменная броня. Так. Представляет 11... Ага, защищает, короче. Вот на меня надо такую штуку надевать. Потому что я не особо сильная. Ага. Так, ну все, понятно все. Неплохо так поживились мы в этом сундуке. Что не так с этими черепахами? Они... Ёлки-палки! Да я же с ней поговорить хотела, что происходит. Ну, хотя у нас тут довольно выгодная позиция не находится. Мы как-то очень удачно встали. С этой стороны нам, по-моему, особо не подойти. Так, их 3 или 2, или сколько, я не пойму. Ну, так, сокрушающий удар... Могучий удар оружием по земле сбивает с ног недружных персонажей. Так, каменная броня, жар дракона. Интересно, а можно посмотреть, чего они... Да, смотреть. Так, вода, земля. Снижает урон атак водой и землей. А огнем нет. Ну, значит, надо же... Надо... Как хорошо, что мы все просто огненные штучки. Огненные. Так. Здоровая, еще и физическая броня у нее есть, сильная. Ну, такой, знаете, такой танк. Давайте граната... Давайте для начала, давайте пыхнем.
А, пыхнуть можно только поблизости. Да, ну давайте гранату запустим. Гранату же можно запустить подальше? Вот, вот куда-нибудь сюда. Уиии! Зараженная древняя черепаха. Бедная черепаха. А если я не очень-то хочу ее убивать? Так, может, ее вылечить хочу? Можно как-нибудь вылечить? Жар дракона, каменная броня, сокрушающий удар. Тоже достаточно близко. А у него только меч, да? Он просто получается больше по ближнему бою. Так, ну давай на Лоусе. Жалко, что не могу куда-нибудь повыше забраться и оттуда стрелять. Так, что я еще могу сделать? Надо, кстати, из инвентаря еду распределить по участникам и прочие такие полезные штучки. Больше я ничего особо не могу сделать. Могу подойти поближе к ней. Наверное, это логично, потому что иначе я не смогу ничего предпринимать. Ну так вот, но на расстоянии нанесения вреда, короче. Ого! Ничего себе! Ничего себе, какая мощная. Так, чья очередь? Лоуси. А, я вот тут думала про хорошую позицию, но она на самом деле относительно хорошая, потому что я ничем ни в кого не попаду, похоже. Так, пригвоздить. Я до нее не достаю. Кинуть гранату. Ну, давай кинем. Ей! Хоть что-то мы делаем ей. Так, давай пойдем куда-нибудь сюда, чтобы я хоть стрелять в нее могла. Маленький черепашонок, я не хочу его убивать. Почему все так печально? Я хочу с ним подружиться, пообщаться. Нет, надо сеять смерть, хаос и разрушение. Лично мне кажется, что они какие-то вот реликтовые животные. Так, Фейн. Месье Фейн. Вы у нас пылающие стрелы. Можете насылать, но вам мешает. Мешает вот это остов корабля. Но да, мы в нее даже не попадем. Так, ну тоже кинем тогда. Кинем камнем, что нам еще остается. Уии! Заодно и бедного черепашонка тоже подраним. Между прочим, древняя черепаха уже почти на исходе. У меня все-таки складывается ощущение, что я поставила слишком легкий уровень сложности. Ну, может, дальше будет. Может, дальше будет хуже. Да и тем более я небольшой файтер, не любитель файтинга, так что... Поджигает всех врагов вокруг. Нет, это нам сейчас совсем не кстати. Так, огненный шар. Нет, давай тоже просто передислоцируемся чуть-чуть. Недостаточно... Нельзя двигаться. Увечье. Какое увечье? Почему увечье? Нормально же все было. Так, ладно, хорошо, давай тогда что-нибудь сделаем там... Малая бутылка. А, я лечусь ядом. Классно, Фейн лечится ядом. Да нет, не буду я пока делать ничего тогда, конец хода. Так, ты можешь сокрушающий удар совершить. Давай, сокруши их уже. Ей! Отлично, почти добили. Так, ну и пыхни, чё уж там. Ей, по-моему, чуть-чуть осталось. Как-то не особо. Так, недостаточно очков действия. Ну, тогда пора лечиться. Вот, собственно, и все. А, она идет! Она идет! Что-то вот говорю, как-то совсем не страшно получается. Да ей, по-моему, и так хватит. Да, ей вообще вот просто и так хватит. Бедный черепашкин! Посмотрите, сколько супа получилось. Ну, если бы, конечно. Я ела черепашу суп. Я не употребляю вымирающих животных, если что. Так. И вообще не особо по мясу. Так. Так. Фейн. Что нам нужно делать? Нам нужно добить вот этих бедных черепашат, да? Они еще живые и ждут нашей реакции. Так, давай, иди сюда. Тут до них не достанешь даже. Где они вообще? А, вон они, бедные. Бедные. Бедные черепашки. Так. Пылающие кинжалы. Раз. Пылающие кинжалы. Два. И, ну, три. Опа! Так, почти все. Мы почти победили. Что ты еще можешь сделать? Так, возгорание. А еще у тебя жезлы есть, да?
Так, недостаточно очков действия. Ну и все тогда. Вон, бедный черепашонок, весь горит. Мне его жалко. Можно я в него бочку с водой кину? Ну, нельзя так живыми существами обращаться. Поджигаем, бьем, кошмар. Ну, правда, они бы нас съели, если бы мы ничего не делали. Так, провести мощную атаку, нанеся туда-сюда. Ну, давай. Не получается, да? Ну, просто иди тыкни ее, она и так уже при смерти бедная. Так, ну все. Ой, она сгорела. Бедный, несчастный, один маленький черепашонок остался. Маму убили, всех убили. Мы что-то какие-то злодеи. Так, ладно, битва выиграна. Ура, ура, что-то это было совсем несложно. Надеюсь, дальше будет позамысловать. Ну, в конце концов, начало игры только. Знаете, мне кажется, она кого-то съела. Судя по чешуйчатому доспеху в ее брюшке. Сейчас приоденемся. Так, черепаший коготь. О, мы сейчас фейну снарядим. Селедочка. Классно. Так, сейчас мы все это распределим по ребятам, чтобы они были готовы к испытаниям. Бедный зажаренный черепашонок. Пойдем посмотрим, что там у тебя. Ничего, кроме потрошков. Через потрошка зачем-то нам пригодятся? Вздувшийся труп. Отвратительно. Размокший дневник. Так, нам, знаете, нам пришла пора сесть у костерка. Простите. И почитать. Так, у нас там есть... Нет, там... У меня там кролик просто скачет, смотрю, чтобы он не съел чего-нибудь, не того. Так, у нас есть, во-первых, оружие для умельца. Совет владельцам слабоватого оружия. Привяжите свой нож или заточку, если больше ничего нет, к палке или ветке. Получится некое подобие меча. Ну, у нас уже нормальное оружие есть так-то. Так, размокший дневник. Моя первая ночь в этом месте. Похоже, все будет не так уж плохо. Я нашел тихое место для сна и натащил достаточно сухарей, чтобы продержаться. Надо было гречку тащить и туалетную бумагу, тогда бы точно продержался. А так вот на сухарях все, уже нет человека. Когда все это кончится, я смогу с гордостью сказать, что не только выжил, но и провел время с комфортом. Мне кажется, его черепахи съели. Какие-то тупые громилы отобрали у меня сухари, и тут надо быть поумнее, иначе я умру с голоду. Встретился со старым рыбаком Радом, он научил меня делать сети. Рад помер. Тупые громилы отобрали у меня сеть, хорошо, что хоть самого злого ночью забрали в форт, есть хочется. Так, я с детства хорошо плаваю, море тут спокойно, но сколько же до берега? Вряд ли больше пары миль. А? Так, ну, видимо, оказалось все-таки больше. Я вот не помню, он показывает, читала я ее или нет. Дать красный принц, дать фей. Так, дневник промок. Угу. Энциклопедия Хуберта, том... Так, давайте уже почитаем. Люциан и Черный круг. В этом трактате историк Кренни тщательно и в деталях фиксирует на бумаге историю становления Черного круга. Если пересказывать ее вкратце, то получается, что приемный сын Люциана, Дэмиан, ненавидел отца и стал владыкой хаоса. Может показаться, что это слишком. Но, по словам Хуберта, у Дэмиана были на то причины. В книге много говорится о том, как Люциан убил Игерну, возлюбленную Дамиана. Под флагом Дамиана собралась шайка изгоев, психопатов, темных магов, прочих малоприятных личностей и нашедших себе иного места. Со временем шайка превратилась в армию, сражавшуюся на стороне пустоты. Нашли на какой стороне сражаться? Это же пустота. У них наверняка гречки даже нету. Блокнот Фейна. Я могу вот так вот беспардонно взять и читать заметки. Блокнот наполнен записками, подробно описывающими особенности привычки смертных рас. Здесь рассказывается о пище, которую они употребляют, об одежде, которую носят, манерах речи, а также приложены малоразборчивые диаграммы брачного поведения. Отвратительный. Ты отвратительный парень. Так, чуть-чуть попозже мы с ними всем поделимся. Сейчас чуть-чуть. Похоже, соленой воды нахлебался. Ну да. Я бы не против нырнуть, между прочим. В этих водах пытаться сбежать по морю — безумие. Так, где мы, кстати? Ага. Ага. Вот там мы не были, а вот отсюда мы, по-моему, пришли как раз.
Так что пойдемте. Пойдемте. Нет, отсюда мы пришли, да? Так что там? Быстрое перемещение. Отметить. Да, мы идем не туда. Нам нужно в другую сторону. Мы не были вон там. А там может быть что-нибудь полезное. Или не быть. Тут уж как повезет. Так, вот я же говорю, что-нибудь может быть. Смотрите, какие-то ящики. А в ящиках книжечки. О, по лукам это хорошо, это нам пригодится. Так, старый сундук. Заперто. Чтобы открыть запертую дверь или сундук, вы можете найти ключ, используя эту отмычку или прибегнуть к грубой силе. Нежить может взламывать замки костяным пальцем. Знаете, костяной палец. Вот кто-то только носу ковыряться умеет, а кто-то сундуки вскрывать. У нас с собой как раз есть Фейн. Фейн, давай, твой выход. Locked. Ну так ты вскрой, раз заперто. И? А где твой костяной палец? Открыть, взять, взломать. Он тоже сейчас ковыряется там вот так. Уровень навыка воровство, что-то там... Знаете, надо прокачивать у Фейна уровень навыка воровство, потому что ему не нужны отмычки. Так. Это прям очень удобно. Видишь, стойкость, геомантия. Где это воровство? А, смотрите, что-то светится, мы можем прокачаться, значит, да? Везучесть, телекинез, воровство. Вот, пожалуйста. Так, дальний бой, два оружия, защита, возмездие, лидерство, стойкость. Так, мы этим сейчас чуть попозже займемся. Точнее, я все это почитаю, потом вам расскажу, чего и как, почему. А пока давайте просто, наконец, вскроем этот сундук. Фейн, давай, я в тебя верю. Как удачно, что нам как раз можно прокачаться было. Открыто вашими костлявыми пальцами. Так, свиток ускорения, видимо, дает дополнительные очки, кожаные сапоги и золото. Ну, мы потихонечку становимся уже не бандой оборванцев, а вполне себе серьезными ребятами. Так, пришло время почитать про вот навыки и все такое прочее и немножко проапгрейдиться, судя по всему. Так, я подумала, что куда вложить, и начнем с Лоуси. Лоуси у нас лучница, арбалетчица, поэтому мы, наверное, можем даже еще ловкость прокачать, но... Так, память для изучения навыков. Чемошнее навык? Навык это вот это, да? Стрелы стихий. Так, ну-ка. Так, панель навыков, да, это навыки. И у нас есть еще одна ячейка. Так, давайте. А интересно, откуда эти навыки берутся? Я вот что-то не помню. Вы помните? Так. Врожденные навыки, воодушевление. Но они у меня все активны. Чего мне не хватает? Ну, может, у меня походу будет еще что-то появляться. Давайте еще ловкость вкачаем. Будем супер лучником. Так, еще один у меня остался. Неизрасходованный. Я, наверное, его пока придержу, надо подумать. Так, дальний бой. Надо еще подумать, да? Дальний бой. Ну, логично мне бы дальний бой-то прокатять. Дает всем союзникам бонусы. Стойкость. Так. Чего мне там не хватало для счастья в жизни? Превращение. Искусство убийства. Давайте дальний бой прокачаем. Ну, логично же. Так, везучесть, обмен у нас отличный. Знание легенд, я там смотрела, у Фейны есть. Телекинез. Так, Фейн. Фейн у нас маг, поэтому нужен интеллект, чтобы хорошо все делать. Также не помешает, наверное, память. Ага. Ну, пусть пока интеллект у него прокачивается. Один оставлю. Надо подумать, куда вложить. Дальний бой.
два оружия. Вот мы можем два оружия прокачать, ну что он у нас с двумя жезлами ходит, все время будет, я так понимаю. Ну, можно и еще что-нибудь, например, некромантию. Мне кажется, ему подходит как-то по смыслу. Так, наш боец, сила, ловкость, туда-сюда. Так, ему... телосложение, так, сила. Ему можно силу подкачать, во-первых. А во-вторых, тоже силу. Так, ну и здоровье, потому что он боец ближнего боя, соответственно, как бы ему нужно быть крепким, иначе он будет все время умирать. Да, здоровье и силу. Так, дальний бой, два оружия, двуручное. Так, возмездие. Отражает полученный урон атакующим. Очень полезно, по-моему, для бойца ближнего боя. Вот прям ощущаю прям, что это полезно. Потому что он часто будет получать. Так, этим мы чуть попозже еще распределим. Так, и надо прочитать про луки. Краткое руководство, рассказывающее о том, как при помощи веревки и палки, ветки или дубинки сделать лук. Длина веревки не указана. У нас есть пара рецептов. Что, как сделать? Так, о магии благостной и гнусной. Мы это все... Священная война магистров для просмотра. Мы долго считали исток благом. А я разве ее не читала? Что там появилось? Что появилось? Так, кажется, вот знаете, очень грустно, что нет отметки, прочитана книга или нет. Это прям очень грустно. Надо поэтому самим все, что прочитано, убирать куда-то. Так, это мы все смотрели, это мы все смотрели. Так, и ключ от каюты, это нам все не нужно. Это все с корабля еще. Вот как, куда мне деть то, что уже прочитано? В товар добавить, может быть? Продать? Наверное, продадим. Так. Мы там можем еще покрафтить сейчас клещи. Может, что-то открыть с ними можно? Цветок арники. Это прям вот как вот для зелья. Сам бог зелья впилел. Так, веревка. А у нас, между прочим, куча палок. Мы можем луков наделать. Только вопрос, зачем? У нас и так... У нас это... А хотя, смотрите, вот такая ситуация, допустим, мы оказались в такой позиции, что близко не подойти. И чтобы не пропускать ход, можно экипировать лук человеку, да? И стрелять. По идее, нам большее количество луков может пригодиться. Но, наверное, чуть попозже мы этим займемся. Свиток ускорения, огненный шар, свиток воскрешения. А, я еще хотела перекинуть, кстати говоря, некоторые ресурсы, чтобы им было им чем лечиться. Сейчас я этим тоже за кадром чуть-чуть позанимаюсь, чтобы вас не утомлять. Ладно, ладно, ладно. Так, ребята, я тут еще немножко покопалась. В общем, я таки дораспределила навыки. Лоуси я прокачала еще ловкость. Еще и дальний бой, ну, мы прокачали ей. Соответственно, у нас такая будет прям лучница-лучница. И еще с мастерством охоты вместе. Прямо она совсем у нас будет молодец. Также она у нас главная по торговле будет в отряде. И по обыску ящиков. А еще... Фейну мы прокачали интеллект и телосложение, потому что у нас маг боевой. И еще некромантию, чтобы он из урона по противникам подлечивался. Ну, ему прям по стилю подходит. Также он у нас и так знал легенды, то есть и фейнам надо осматривать всех. Всех и все надо осматривать. Вот, еще у нас немножко вор, так что будет своим костяным пальцем все вскрывать, что тоже хорошо. А еще прокачали красному принцу убеждения, ну что и так у него был один, теперь стало два, и это нам, возможно, позволит какие-то моменты проходить успешно путем переговоров мирных. Вот. Так, что еще? Ну и, естественно, мы ему силу, здоровье подкачали, потому что он у нас боец на передовой. Так что вот, навыки-то распределили. Еще я тут вспомнила, что у меня там кое-какие вещички перепали. Хорошее, что мы его приодели в кольчужку. Сапожки надели на Фейна, его надели на него. В общем, небольшую рокировку провели. И костюмчик с ящера надели на Фейна. Так что теперь у нас народ еще более, точнее, еще меньше похож на оборванцев. Ну, а мы как были прекрасны, так и остались. Что ж теперь. Так, еще... Я
Думаю сейчас попробовать что-нибудь, из чего-нибудь скрафтить. Рецепты. Так, я знаю классный рецепт ветки с бечевкой, просто потрясающий. Я вот думаю, зачем оно нам? У нас же, так, игрушечный арбалет. Мы знаем, как сделать. Ну, у нас есть такой импровизированный жезл. Нож на палке, заточка. Ну, как-то так, пока не особо все полезно. Так, вот бутылку с ядом нам надо обязательно научиться крафтить, потому что Фейн, я как поняла, он лечится ядом, и, наверное, если ему дать обычной еды или зелье лечения, он, наверное, отравится. Поэтому, ой, ну и малое зелье ловкости нам, конечно, пригодится. Цезарский гриб, я же говорю, грибочки рулят, бочка со слизью. О, где-то там, кстати, была бочка со слизью. Пустой флакон для зелья. Короче, нам нужна или бочка со слизью, или мухоморчики. Надо иметь в виду. И там, кстати, была бочка со слизью, надо подобрать. Если что, не обязательно же мне ее тащить. Можно кому-нибудь в отряде дать, пусть тащит. Так, огненная стрела. Ой, я умею огненные стрелы делать, чудесно. Огненный наконечник стрелы. А откуда он у меня взялся? Так, древко стрелы, любой предмет. Так, огненный наконечник стрелы. Сущность огня. Ну, мы, по-моему, такого еще не находили. Так, маска перевоплощения. Откуда у меня все это? Ну да ладно, есть и есть. Может, это знает кто-то из моих просто. И так как мы вместе ходим, теперь мы в курсе. Так, создание предметов. Ага. Хорошо, я пока не вижу смысла что-то крафтить особо. В общем, мы экипировались, мы вооружились. Кстати, я еще Фейну дала помощнее жезл, так что он у меня теперь прям супер мощный парень. Можем идти наводить шороху на эти края нашим смелым, непобедимым, восхитительным отрядом, побеждающим все, что движется, и что не движется, тоже побеждающим. И нам, кстати, напомню, нужно найти еще кого-нибудь, кто с нас ошейники бы снял. Было прям вот вообще прекрасно. Там у нас, кстати, сундучок какой-то. А, кстати, я еще то ли Лоусе, то ли кому-то другому прокачала телекинез, по-моему. Так, лианы. Вот еще бы неплохо сюда бы попасть. Ну, мы еще туда сходим. Или я сама схожу, посмотрим. Так, а пока пойдемте... Пойдемте уже отсюда. Так, здесь у нас лагерь был по имени Тайный Ольков. Кстати, может попробовать с этой неразговорчивой девушкой поговорить с нашим теперь очень обаятельным ящером? Ящерком. Или потом. Я думаю, мы сюда еще вернемся. Так, я думаю, мы сюда еще сходим. Как-нибудь в другой раз. Ой, мертвый эльф. А как туда попасть? Она сбросилась с обрыва. Как бы не хочу так жить. Или что? Так. А, и там еще сундук был. Да, там еще был сундук. Сейчас мы кое-что попробуем. Так, я сейчас помню. Мирное умение. Так, телекинез 0. Телекинез 0. А, нет, никому не прокачала. Ну ладно, ну не прокачала, так не прокачала. Вернемся сюда попозже, когда у нас будет прокачано это. Так, сюда интересно, только телекинезом можно попасть или можно как-нибудь слезть? Кто у нас самый молодец по отысканию всякого сокрытого? Так, это у нас восприятие критического удара, замечать, вот, восприятие 10, 10, 10. Ну, все примерно одинаково, без разницы, да? Надо прокачать этот момент. Так, ладно, здесь тоже пометку поставишь, что-то интересное. Вдруг у нее что-то есть? Конечно, очень не факт, но вдруг. Смотрите, труп помечается такой мертвый эльф. Мы сюда еще вернемся. Это вот я точно тебе говорю. А там в лагере целая куча была народу. Целая куча всяких разных вещей. Так что, да, наверное, тоже имеет смысл заглянуть. Ну, пойдемте, нам уже надо дальше идти. Я уже прям чувствую.
нетерпение, желание исследовать, желание встретиться лицом к лицу с какими-нибудь исчадиями, в конце концов, опробовать на них наши усовершенствованные методы обороны. Так, вышли из тайного прохода, отлично. Интересно, что можно с теми кустами сделать, которые загораживают проход? А, стойте, стойте, нет. Нет, 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 вернитесь. Там, в этих, вот, мы же здесь где-то Фейна нашли. Да, здесь была бочка со слизью. Нам она очень нужна, ребята, потому что по-другому мы не сможем Фейна никак лечить. Это прям очень важно. Давайте бочку со слизью прихватим и накрафтим сразу сходу. Так, пустой для него зелий ядчения. Так, у меня, так, бутылка вина. У меня были, по-моему, флаконы пустые для зелья? Я точно помню. Малое зелье брони. А что, у меня нету пустых банок? Да ладно, я помню, что я где-то брала, вот прям помню. Ну ладно. Ну, в любом случае, у нас теперь есть бочка. А, у меня перегруз, да? Окей, не вопрос. Сдадим бочку кому-нибудь посильней. Так, показать отряд. Где эта бочка? Где бочка? Вот бочка. Так, ты забирай, ты у нас мощный, будешь таскать бочки. Правильно, он же мужик. Он же мужик, пусть таскает. Девушка, надо помогать. Так, ребят, все, пошлите. Пойдемте, мы сюда еще вернемся. Доделаем то, что не доделали, обязательно. Но сейчас хочется пойти дальше. Ой, это кролик, если что, это кролик. Женька. Женик. Так, отправляемся в неизведанное, то бишь сюда. Так, тут уже какая-то цивилизация, точнее ее осколки. Люди там какие-то толпятся. О, а вот, собственно, и форт, по-моему, который радость. Так, здесь мы были, да? Здесь мы были... Надо, кстати, мне не забывать все осматривать при помощи Фейна. Пока особо нечего, по-моему, осматривать. Надо противников осматривать и людей. Не подходи, колдунья, и рот не раскрывай, говорит пробужденный самими богами. Атуза, мы знаем, что ты помогла колдунам бежать. У нас есть доказательства. Александр, я отрезала бы себе язык, чем согласна вам скорее бы. Я не знаю ничего ни о каких беглецах. Если тебе больше нечего сказать пробужденному, значит, язык тебе без надобности. Отрежь его. Александр, вы не шутите? Нет. За столько лет на службе, магистр, ты должна была уже научиться выполнять любые приказания магистра. Что они такие суровые? Что ж сразу язык-то отрезать? Так, нам нужно попытаться ее спасти, да? Но у нас убеждение лучше всего прокачано у него. Так что давайте... Тише, тише, малыш, чё сразу драться-то? Так я поговорить хочу. Я поговорить хочу. Лидер в поле зрения. А что это? Почему это? Я лидер? Кто лидер? Так, ясно, никому кроме меня говорить нельзя. Ну, я, по крайней мере, пыталась. Так, у меня вот есть подозрение, не надо ли было мне прокачивать мои навыки убеждения. Так, постараться вести себя тихо и незаметно. Ну да, отрезать язык как-то не очень классно. Логично. Так, у вас создается ощущение, что тварь в голове тоже наблюдает за происходящим. Громко удивиться, зачем все это затеяно. Язык наверняка не сложнее отрастить, чем хвост. Сказать, что только боги имеют право забирать, что дали. Ну, давайте попробуем
к логике призвать как-то. Молчать ты! Атуза берется за кончик языка двумя пальцами и подносит кинжал к основу. О, ужас! Она отрезала язык. Довольно. Мой отец, да покоится душа его с миром, был бы очень разочарован в себе, Атуза. Только подумать, лгать в лицо его единственному сыну, который столько лет был твоим епископом и твоим другом. На карту поставлена судьба наших земель. Тот, кто не помогает нам их защитить, помогает пустоте их уничтожить. Даллис? Да, ваше святейшество. Я думаю, мы здесь закончили. Эй! What's going on? А-а-а! Кошмар! Они ее убили! Ужас какой-то! Что здесь происходит? Кошмар! Зачем они убили ящерку? Она бы, может, могла с ним подружиться, между прочим. Так, у всех появилось некое мнение. Да, ну давайте побеседуем. Магистр ящер, или то, что от нее осталось, валяется в луже из крови и внутренности. А, как-то немного слишком. Что он такого натворила? Диалоги так, которые касаются всего отряда, не являющиеся аватаром персонажа. Так, так. Ящеру идти в магистры преступления, кубы не были резон, наказание справедливо. Эти существа так любят насилие, а страдают, разумеется, слабейшие. Ну, как-то так, не очень приятно. Почему они не забирают вещи? Смотрите, сколько у нее всего. Оставили валяться. Нога Атузы? У меня уже две тухлые конечности. Нам срочно нужен эльф, вы понимаете? Так, граната огненного смерча, зелье лечения. Все это нам, конечно, пригодится. Все непременнейшим. Так. Здесь ничего, да? А мы можем осмотреть труп Атузы? Смотрите, вот берем Фейна. Осмотреть. Там было про какую-то лупу что-то сказано, что вот какая-то лупа, и через нее надо все осматривать со страшной силой, тогда будет вам радость. Так, гетто форта радость. А что значит гетто? Мне сюда можно? Обновление дневника. Быстрое сохранение. Они намекают на то, что что-то может пойти не так. Так, Виссар, магистр Севик. С ними со всеми можно немножко поболтать, я думаю. Так, здесь куча народа. Со всеми можно поговорить. Что-то новенькое для себя почерпнуть. Так, так, так. Вперед, вперед, отряд! Так, Джет, Фара. Они с нами будут разговаривать? Видали, видали, да? Вот это когти. Интересно, что у них под маской? Наверное, что-то неаппетитное. О чем это она? Гейсты, дуреха, с кувалдой, Александром. Давно двое их было, только что вздыхает. Я думала, вашему брату-колдуну будет интересно на них поглядеть. Ага, сказать, что вам нет нужды знать по именам всех чудищ из Божественного Ордена. Заметить перемену в ее интонациях, спросить, почему считает, что гейсты будут вам особенно интересны. Да нет, ни почему. Думаю, тебе пора бы найти себе место и обустроиться, когда у магистров дойдут до тебя руки, за тобой придут. Но это может быть не скоро. Сейчас у первосвященника грешников выше крыши. Так, а ты что скажешь? Видела их, да? Кувалда, Александр. Тьфу, подлая змеюка, получила по заслугам. Это они про кого? Про ящерицу? Спросить, что он имеет в виду. Сказать, что увидели, сцена была не из приятных. Ну да, как бы. Не повезло, сестренка. Что-то он кашляет. Он кашляет, бежим! Уродилась колдунья, не твоя вина, но те ваши, которые люди, хоть не радуются заразе истоком. Спросить, что ему еще известно. Так, епископ, сын мертвого божественного. Не знаю, когда появится новое божественное, но пока Александр хранит нас. Кувалда шутить не любит, она бездельников терпеть не может. И не церемонится, не зря ее так прозвали. Спросить, да, когда нас нужно будет? Так, когда ты откажешься от тьмы, что затаилось тебе?
Не твоя вина, что она посеялась, но ничего не пойдет. Над лекарством все работает, и я слышал, что успехи делает. Да, Лиз справится, это уж точно. Когда ты вылечишься, твоя жизнь начнется заново. Тебя самому вылечится. Да еще при самом Люциане на службу пришел. А кто отказался бы служить живому Богу-то? Когда мы потеряли его, что ж, теперь нам его волю исполнять завещено. Так. Так, да, кстати говоря, действительно ли ему было угодно такое? Люциан жизнь свою великую положил, чтобы защитить Ривелон. Если сейчас мы его исчадием отложил, то что, божественно зря погиб, что ли? Форт Радость — это не отдых на природе. Никто, никто такого не обещал. Но мы делаем все, что в наших силах, чтобы защитить страну. Так этот дядька, между прочим, этот дядька не соблюдает самоизоляцию. Вот он ходит тут и кашляет на всех. А кто его знает, чем он болеет? Просите, откуда ему известна воля божественная? Ниоткуда, но я так думаю, что если сам... Так, да. Да. Окей, хорошо. Кстати, надо не забыть еще со всеми членами отряда потом переговорить. Чуть-чуть попозже. Так, что тут у нас? Какое-то сборище. О, эльф! Что происходит? О, Иван! Смотрите, это же Иван! Интересно, а сколько человек можно в отряд взять? Я хочу подружиться с эльфийкой. Но с Иваном тоже было бы неплохо подружиться. Не твоего ума дело, трупоедина? Не давай этой мухожуйке так с тобой разговаривать. Она ведь еще и скряга. Гриф уже в курсе, что она спит и видит, как свою плату зажать. Между громилой и эльфийкой встает решительного вида мужчина. Он закатывает рукава, демонстрируя мускулистые руки, покрытые шрамами. Вы узнаете его? Это Ванька! Вы познакомились с ним на корабле по пути сюда. Помним, помним. Милый человек. Отойди и не мешай, это не твое дело. Одинокие волки решают сами. Какое дело их, а какое нет. Гранила на миг испуганно застывает, а затем торопливо отступает под прикрытие подельника. Плати, эльфятина! Грифа не надуть, особенно таким, как ты. Встать рядом с Иваном. Спросить, кто такой гриф. Сказать эльфийке, чтобы заплатила. Сказать так. Сначала надо выяснить, что происходит. Все в лагере платят свою долю за еду, за защиту. Никаких исключений, особенно для эльфов. Приказ грифа. Ну, что-то мне это не нравится, бандиты какие-то. Еда, защита. Мне их не достается. Так, кто такой гриф? Главный на кухне? А значит, главный для меня, для тебя и всего лагеря. Так. Сказать так. Ну давайте подеремся. Буры меряет взглядом вас обоих с головы до пят, оценивая степень угрозы. Катитесь отсюда вы оба. Вы и капли пота моего не стоите. О, кстати, смотрите, с нами еще и кот теперь ходит, по-моему. Эльфейка улыбается и кланяется вам в знак благодарности. Следуй за мной, пока сюда не пришли другие. А, они нас прогнали, он типа такие, ой, идите, мы вас типа не боимся, а сами такие, тых-тых-тых, и прячутся, убегают. Здесь есть безопасное место? Ну, пойдем, покажи. Смотрите, мы приобрели новых друзей. Иван! Иван, пошли! Иван, что ты там остался? Что-то Ванька не пошел с нами. Не знаю почему, но мы за ним еще вернемся тогда. Нам прям бы очень эльфийка пригодилась, хотя бы... На время, чтобы дать ей скушать ту ногу и вообще. Так, куда мы идем? Гражданочка, вы нас не в ловушку ведете случайно? Так. Доктор Лесте. С ней что-то не то. Ну, пойдем сначала там посмотрим, что там происходит. Что это за место безопасное? Здесь можно отдохнуть от гвалта снаружи. Тайная пещера. Что? Я в тебя колданула и ты умер? Так. Элоди, исток заглушен. Спасибо за помощь с этим громилой. Редко можно встретить человека, который пойдет против своих ради эльфа. Сказать, что ей нужно быть осторожнее или стать сильнее, да?
Всегда рад помочь, чё бы нет-то. Спросите, есть ли какой-то способ выбраться из форта? А то бы вот она не ушла отсюда, если бы знала. Спросить, как она попала сюда. Мы верим в Сайхели. Здесь, в этой пещере, она молода, но она видит. Она знает больше, чем знаем мы. В лагере власть держит здоровяк гриф. У кого хлеб, у того и сила. Ничего, я чувствую, мы наваляем. Спросить, так, есть ли какой-то способ выбраться? Не знаю пути от бегства, единственный способ вытерпеть все. Магистров, излечение. Так, спросить. Мне до сих пор больно, я со своей семьей. Мы творим магию, исцеляем дерево, срубленное с огромной жестокостью. Тут приходят магистры, семья убегает, но я падаю. Мой сын оборачивается, я кричу, чтобы он бежал. О, печаль, печаль. Стой, пока ты не ушла, без твоей помощи меня бы тут не было, я это помню. Ну, для тебя подарок, туда-сюда. Спасибо, а что мне дали, я что-то не видела. Выберите награду, еще и выбрать можно. Вы получите. Так, маленький шлем, штаны волшебника, большой кусок дерева. Свиток дождь. Создает растекающиеся... О, пригодится, наверное, если какой-нибудь пожар там, еще что. Так, штаны волшебника. 5 магическая броня. Круто. Наверное, фейну наденем, а его что на себе заберем? А можно и то, нет? Ну, ладно. Спасибо большое. Вот видите, кто людям помогает, тот время не зря тратит. Помог. Получил прикольненько. О, смотрите, там какая-то пещера. Так, ящик. А как нам это все можно убрать? Я же чувствую, что можно. Так, давайте ящики эти отсюда уберем. А, еще лучше даже. Ты, иди сюда. Так, ну, чуть подальше отойди, вот так. Так, жар дракона. Пали! Жги! Ого! Вы видели это? Так, все горит. Все сверкает и горит. Я думаю, сейчас мы проход туда освободим. Так, у нас теперь карта только подземелья, да? Сахейла, это предводитель... в общем, это предводитель добрых заключенных, которые не отбирают у других деньги. Интересно, откуда у них вообще деньги в этом форте берутся? Так, смотрите, бочки сгорели, а ограда нет. Ну, давайте ее попробуем разбить. Да, она разбивается. Интересно, а можно что-нибудь сделать, например, там, сокрушающий удар? Давай, мочи. А, он так не действует, да? Ну, тогда просто давай калашматить. Интересно, у меча есть какой-нибудь, как бы это сказать? Ну, срок годности, в общем, он не поломается. То у меня другого-то и нету. Я об этом как-то не думала. Смотрите, почти разломали преграду. А я вот сейчас ломаю ее и думаю, а не поставили ли ее сюда, чтобы с той стороны кто-то не пришел. А мы сейчас все разломаем, оттуда как попрет. Вот это, кстати, как-то я не подумала. Вот это нелогично. Ну ничего, мы давайте туда сходим, всех там зачистим, кто там есть вредный там наверняка. Так, опа, да, такие меч ломается. Мечу плохо. Нам нужен... Значит, зря тут все сразу выкидывать давай, да? Ага. Интересно, а он может совсем поломаться? Давайте тогда этот меч пока не будем совсем убирать, пусть он у тебя лежит. И тогда вот этот посох тоже не будем совсем убирать, пока ничего лучше не найдем, пусть он будет у Фейна. Что тут у нас еще? Вот такой посох есть. Я что-то так подозреваю, что оружием хорошим лучше решетки не мочить. Ну, буду знать. Что ж поделать? Что ж поделать? Иногда бывает, что-нибудь не учтешь. Так. Ладно. Не будем расстраиваться. С кем не бывает. Пойдемте посмотрим, что тут происходит. Так, бочка, яд. Интересно, а Фейн, наверное, по этому яду может пройти, просто вот, даже не заметив его. Так, давай ты сделаешь жар дракона. Спасибо. Так, бочка с водой. Как удобно, да?
А, так. Что это такое? Мухи какие-то. Что за создание? Так, может нам спрятаться? Нет? Тут нет врагов? Что за мухи? Еще и автосохранение. Так, какая-то пещера. Ну, пещера, это ж классно. В пещерах всегда есть что-нибудь интересное. А я вот, кстати, ни разу не видела, знаете, вот этого... вот этой лупы, про которую там говорили, что нужно вот лупу использовать и рассматривать предметы, чтобы про них что-нибудь узнать. Где лупа? Так, иди сюда. Делай жар дракона и расчищай нам путь. Давай! Ух, какой страшный! Видели? Видели? Нет, ну ты видел, ты видел. Так. Ой, а тут, по-моему, можно было и не жечь, да? Ну ладно. Так, пирог с рыбой, белый гриб. Мне кажется, мы тут много всего интересного найдем. Так, где Лоуси? Так, запомните, ящики осматривает только Лоуси, потому что Лоуси может найти что-нибудь полезное. Мне вот удивляется, как у них-то еда тут не портится. Так, золото, огненная стрела. Кстати, товарищи, у нас там появилось... Да, у нас появились штаны волшебника. Давайте поменяем фейну. Ага. Так, фейн у нас прям теперь экипирован. Почти прямо целиком и полностью. Так. Рваная рубаха. Кстати, она не лучше той рубахи рваной, которая на мне. Да, получше. Давайте поменяем. Так. Интересно, получается, рубашки тоже могут испортиться, наверное, да, со временем, если по ним будут мечами клашматить. То есть нам не стоит все вот так сразу выкидывать. То вдруг нам обветшалые штаны пригодятся. Но я надеюсь, нет, конечно. Ну, кто знает, кто знает. Вот я не буду эту рубашку выкидывать на всякий пожарный. Так, его там экипировали. Ногу по... А это что? Отрезанная голова. Где мы взяли отрезанную голову, елки-палки? Так, свиток дождь. Берем в рюкзачок. Свитки все у нас тут лежат. Красиво, аккуратно, стильно, молодежно. Так. А, смотрите, за нами Вилкинс так и ходит. У нас прям отряд очень даже такой внушительный, я бы сказала. Где эта лупа? Где лупа? Скажите мне кто-нибудь, где эта лупа, чтобы осматривать предметы. Так, лопата. Шаго. Вы нашли лопату. А зачем мне лопата? У меня ящер есть. Ну, продадим, ладно. Так, бочка. А я могу к ней так подойти, чтобы не травануться по пути? Так, а это что такое? Расплавленный гном? Вы знаете, это звучит как-то вот совершенно необнадеживающе. Ребята, тут чуется ловушка. И жуткие монстры, которые просто, знаете, расплавили гнома. Поэтому мы сейчас постараемся как-нибудь себя обезопасить и занять выгодную позицию. Да, а еще нужно распределить полезные штуки. Так, граната огненного смерча. Давайте гранату огненного смерча дадим... нет, не дадим, не дадим. Давайте, да, так, смотрим. У Красного Принца у меня есть... так, есть всякие ништяки, которые можно покушать. У Фейна есть яд, но не очень много, что печально. Надо где-то найти пустых банок для зелья, чтобы наварить ему яду. О, бутылка отравленного вина, это что, что надо? Кстати, а мы же можем отравить вино. И пусть фейн им лечится, ему это будет в самый раз как раз. Вот я прям чувствую. Смотрите. Берем бутылку вина. И берем еще бочку. Вот бочку. Объединяем. Получаем бутылку отравленного вина. И все это даем Фейну, и пусть лечится. Ну, в смысле, пока нам больше его нечем лечить. А, так.
Еще можно ему пиво отравленного сделать. Давайте сделаем. Интересно, эта бочка, она получается бездонная, то есть ты один раз взял бочку со слизью какой-то противной, и все, теперь Фейн обеспечен зельем до конца игры, да? Так, отлично, видите, у нас теперь куча всякого отравленного. Прям целая куча. И мы все это сейчас, естественно, выдадим Фейну. Фейн, держи. Все тебе. Все тебе, дорогой. Так, все, теперь у нас есть чем... Теперь у нас есть чем Фейна лечить. У нас, в принципе, есть чем лечить Красного Принца. Допустим, я с ним поделюсь вот так. Зелье магической брони. Я просто... У меня такое ощущение, что нам сейчас может прийтись не сладко. У меня прям сильное подозрение есть такое, поэтому хочу вот как-то обезопаситься. Так. Ну, это все не очень эффективно, на самом деле. Отравленный пирог с рыбой? Отвратительно. Фейн, держи, это тебе. Так. Чтобы еще там добавить? Ветчина. Ветчина, вместо зелья лечения, кружка воды, чашка чая. Ну, это посреди боя такой, подождите минуточку, у меня перерыв на чаек. Так, Красный Принц. Так, вот у него еда всякая есть тут. Я ему не отравленный случайно пирог положила? Нет, с лососем, все хорошо. Пирог с лососем, кстати, очень вкусно. Это прям замечательно. Так, Фейн, а тебе давай сюда положим вот это все, чтобы ты мог, если что... подлечиться. Вот эти все замечательные вещи. Отравленный пирог с рыбой и все прочее. Пусть оно у тебя тут будет. Чтобы тебе было чем поддерживать свое здоровье. Так, дальше. Сумка Лоуси. Теперь смотрим. У меня. Так, свиток воскрешения. Заберу-ка я у него. Пусть он лучше будет у меня, потому что я хочу себя обезопасить, стоять дальше всех от всех. Соответственно, я думаю, что я буду всех и воскрешать, скорее всего. Так, и еще... Так, у меня есть чем лечиться. У меня есть зелье магической брони. Можно, кстати, выпить перед началом боя. Гранаты есть. Может, нам вот прилечь отдохнуть, как вы думаете? Восстановиться немножко. Ой. Так, ладно. Окей. Внезапно. А, наши приятели в луже яда. Знаете, кому лужа яда не страшна? Я знаю, кому лужа яда не страшна. Зато мы отдохнули. Зато Красный Принц у нас уже почти труп. Почему так? Потому так. Одной белки нипочем все. Так, смотрите, что, с кем мы воюем вообще? У нас три жабы, да? Жаба раз, жаба... Чей следующий ход? Вот этой жабы, да? Так, что можно сделать? У них хорошая физическая броня. Насколько я могу судить. А вот у заряженной амфибии магическая броня хорошая. Так, я могу в них кинуть... Урон землей тудым-сюдым. Так, они у нас сопротивляются влаге постоянно, да? Повышенная уязвимость... А, нет, наоборот. Они боятся электричества и ледяного атака. Ледяного атака? О, боже, что? Ледяной атаки. А не боятся огня. Воздуха вообще не боятся. Воды не боятся. Так. Огонь. Снижает урон. Так, яда вообще не боятся. Ну, логично. А чем мне их мочить? Вопрос такой. Получается электричество? Смотрите, какая миленькая, по-моему, милашка. Так, а у меня есть... Так, отравленная стрела вообще не в тему тут будет. У меня есть свиток дождь. Ослепляющее излучение. Где-то у меня было что-то электрическое, но я его, по-моему, использовала так. Между делом. Интересно, а свитки используют очки действия или нет? Как вы думаете?
Сейчас проверим. Сначала мы сделаем вот что. Пригвоздим. А, мы не достаем до них. Жалко. Тогда закинем. Тоже не достаем. Ну, как неудачно. Давай чуть подвинемся. Одно очко действия. Чуть-чуть подвинемся. Так, пригвоздить. Молись своим лягушачьим богам. Зато сняли... Смотри, мы ее разозлили. Зато сняли с нее защиту всю. Ничего, она больно кусается. Так, Фейн. Мсье Фейн. Так, я предлагаю мсье Фейну добить... Точнее, не добить, а хорошенько поджарить эту жабку. Так. Позиция ниже, минус 10 урона. То есть Фейну тоже полезно, я так поняла, повыше забираться, да, для того, чтобы драться успешно. Ну, давайте кинем в них мячиком. Ловите мячик! Жуть, какие-то жуткие монстры. Так, принц. На, выпей. Выпей! Он еще и в яде стоит, что совсем не круто. Давайте поэтому сделаем вот что. Так. Физическая броня. Нельзя телепортировать. А, еще телепортация какая-то тут есть. Снимает отравление, кровотечение, кислоту и порчу. Так, жар дракона. Недостаточно очков действия. Ага, здесь тоже недостаточно очков действия. Я бы просто хотела из едка-то уйти как-нибудь. Так, жар дракона. Сокрушающий удар. Нет? А, жар дракона тоже, наверное, нет. Ну, тогда давай просто уйдем из яда хотя бы. Фейн пусть в луже яда стоит. Ему это, знаете, как ванна с травами. Какая же у нас никчемная броня-то? Нас просто эти лягушки... Нас эти лягушки просто мочат. На ходу. Мне, кстати, тоже от яда не очень-то классно. Это ж неплохо бы подвинуться чутка. Да, давай отсюда уйдем. Так. Воодушевление. Да надо бы что-то с ними делать. Давайте мочить все-таки как-нибудь потихонечку. Я прям маг, маг земли. Смотрите, мы одну как минимум уже замочили. Почти. Почти одну замочили. Вот одному Фейну классно. Фейн прям тащится, по-моему, от обстановки. Так, ядовитая амфибия. Давайте, во-первых, уменьшим их количество по возможности. Смотрите, а он убежал, получается, от того, чей следующий ход подальше. Надо иметь в виду, что так можно делать. А, свиток огненный шар. Я могу использовать в эту штуку, нет? Не могу. Свиток ускорения. А, дает дополнительное очко действия. А сколько мне нужно очков действия, чтобы... так, чтобы хотя бы просто... Обычной атакой его... Так. Цель слишком далеко. 2 очка действия. А у него магическая броня. Ее магическими посохами смысла вообще нету особо бить. Давайте вот эту бить. Правда, ядом с ней ничего не сделается. Но хоть что-то же надо делать, правильно? Так. Давай еще раз. Можешь? Нет. Что ты еще? Что еще ты можешь? Ну, ускорься, давай. Так, Красный Принц. А чей следующий ход? Да Красный Принц сейчас все, по-моему. Ему смысла нет особо давать. Давай на себя скастуем. Ускорение. О, молодец! Молодец! Взял и снял уже броню. Так. Прям плохо, плохо. Все сразу. Провести мощную атаку. Нет, это если рядом. Так, жар дракона. Давай. Жарь.
Жги! Только так, чтобы наших не побить заодно. О, ничего себе, классно, еще и нокдаун, вообще идеально просто. А ты можешь в нее еще раз тыкнуть? А, это был не жар дракона, это был сокрушающий удар. Прекрасно. А вот теперь жар дракона. Вы знаете, что жареная лягушка, это, в принципе, еда. Чисто теоретически. Ой, мы и Фейна поджарили. Что-то тут прям уже какое-то месиво вообще творится. Просто какое-то месиво творится. Так, во-первых, надо чуть-чуть подлечиться. Во-вторых, надо добить вот эту... Создание вот это надо добить. Так, у меня есть всякие разные стрелы. Стрелы стихий. Но я только ядом могу подзарядиться, а яд ей как бы ничего не сделает. Еще у меня есть огненная стрела. Да, она почти мертвая. Ей не хватает чуть-чуть. Надо ее добить как-то. Как добить? Как добить? Так. Чем добить? Как добить? Непонятно. Так, простой атаки нет. Чем? Чем? Ну, мне чуть-чуть ее осталось добить. Ничего не могу сделать, да? Ладно. Сделаем, как говорится, хоть что-нибудь. Смотрите, я каким-то хитрым образом... А, она просто сгорела. Отлично. У нас осталось... У нас осталось две жабы, и нас тоже двое, но мы можем на самом деле воскресить товарища по несчастью. Так, давайте... Давайте воскресим нашего красного принца и воскресим его прямо вот к лягухе, чтобы он мог хорошенечко так это... Хорошенечко что-нибудь ей сделать. Так, дальше. А, она все еще в нокдауне, да? Прекрасно. Потому что мы сейчас ее немножечко поджарим. Че б нет-то? Гори! Какая мощная, а? Так, красный принц. Во-первых, как вы думаете, что полезнее? Пирог с лососем или сырный хлеб? Давайте сырного хлеба съедим. Так, сырного хлеба съедим. И пирог с лососем съедим. Интересно, у нас там еще очки действия на что-нибудь остались. Отлично, сокрушающий удар. Это ультима. Смотрите, как снимает классно. Ой, он от нас сбежал. Эй, не бей Лоуси. Лоуси хорошая, вот гад. Так, Лоуси надо лечиться. У нас для лечения остались только... всякие вкусняшки. Будем летиться вкусняшками. Так, у нас больше ничего нету, да? Есть зелье магической брони. Так, кружка воды, чашка чая. Давай чашку чая выпьем. Не особо, да? Так. Я тут пока лечилась. У меня вообще все очки действия кончились. Будем иметь в виду, что так оно вот может быть. Что бы сделать-то? Я не могу ее тыкнуть, да? Я не могу ее тыкнуть. Так, ослепляющее излучение, спокойствие духа, огненный шар, свиток дождь. Так, огненный шар. Ну а что гореть мне, правильно? Смотрите, они все просто на меня ополчились. Засранцы. Так, Фейн, выпей едку. Во-первых, во-вторых... Так, раз, два... А какая у нас следующая жабка? Вот эта, да? Вот эта жабка, это которая? Ой. Так, иногда вот так как-то происходит, что-то происходит, и я не пойму, что так. Притворяться мертвыми мы не будем, потому что дальше поехали. Так, они убежали от него, смотри, хитрые какие. Знаешь, что он у нас боец ближнего боя, и взяли, сбежали.
А знаете, что сейчас делаем? Он сейчас каменную броню на лусе наложит. Вот что он сейчас делает. Еее, каменная броня. Нам не страшен серый волк. Так, что еще я могу сделать? Все сразу бесполезно. Жар дракона тоже не очень пригодится. Можешь поесть. Покушай пока. Что-то как-то от еды не особо здоровье восстановилось, честно говоря. Вот засранка, она сейчас его прикончит. Гадская ящерица. Нам надо отомстить за нашего. Так, во-первых, пригвоздить. Так, кто из них? Вот, ну у нее еще... Вот кого надо пригвоздить прям на месте, однозначно. Потому что она уже почти готова. Смотрите, электричество откуда взялось? Непонятно. Так, можно теперь стрелы стихии использовать, да? Наэлектризованная вода, теперь у нас будут электрические стрелы. Так, спасибо, Красный Принц, за броню. А то бы она меня сейчас съела. Так, Фейн. Месье Фейн. Так, ничего не покоцали наши запасы. Собирали противные лягушки. Ладно, зато хоть нормальная битва, а не как вот с этими всеми было. Что-то как-то делаешь. Так. Смотрите, мы ее почти убили просто жезлами. Ой. Ну, с одной лягушкой, я думаю, полузадушенной Фейн справится. Я в него верю. Вне зоны видимости, ишь ты. Хитрая какая. Она, видите, она спряталась за утесом, типа нету ее. Возгорание. Работает. Только почему-то Фейн тоже при этом возгорается. Но он такой весь отравленный по самые уши, что ему вообще все нипочем. Это просто, знаете, вот всякие подземелья с ядовитыми лягушками. Это вот рай для Фейна. Он, по-моему, один бы с ними справился лучше, чем мы все. Ава! Нефти тебе чутка. Да все, она уже не жилец, однозначно. Можно, по-моему, ход заканчивать и прям вообще на этом все. Да, она зажарилась. Все? Так. А мои соратники, они так останутся мертвыми не лежать? Серьезно? Смерть. В смысле, я теперь пока не найду, как их воскресить, они будут валяться мертвыми? Серьезно? Тогда, так, свиток восстановления. Также исцеляет отравление. Но это как-то не очень, если они останутся мертвыми лежать. Деревянные вилы. Это мне нужно будет и ходить одному. И найти свиток воскрешения. Нет, подождите. Во-первых, начнем с того, что свиток воскрешения есть вот у Лоуси. Начнем с этого. Так. У меня вопрос. Бой закончен или нет? Если бой закончен, то почему они не воскресают? Или это так не работает? Так. Ядовитая амфибия. О, еще один свиток воскрешения. Ну ладно, туда. О, смотрите, мы можем гидку наделать. Так, ну что ж, мы совершили великий подвиг. Очистили это подземелье от жутких амфибий. Теперь в той пещере люди могут жить без страха за свою жизнь, что их придут и загрызут ночью жуткие лягушки. Сейчас мы тут все дособираем, и, наверное, на этом точно все. До следующего раза. Продолжим в следующий раз. Ну, видите, бои уже становятся интереснее, это хорошо. А Фейну можно по яду ходить, ему только приятно будет. Так,
Кстати, Фейн, месье Фейн, не будете ли вы так любезны осмотреть лягушку? Смотрите, у нее память даже есть. Интеллект у лягушки есть, с ума сдуреть. Мы взяли, поубивали разумных существ. Ай-яй-яй, какие нехорошие мы. Так, надо пойти воскресить товарища по несчастью. И осмотреть. А это он, бедный, труп вот такой лежит. Ужас какой, выглядит не очень. Так, у меня был где-то... Мы же нашли свиток, да? Да, да, дайте свиток. Мы нашли свиток воскрешения, я знаю. Вот. У нас их 4 штуки. Что же вы вообще? О чем вы вообще тогда говорите? Если у нас их целых 4 штуки. Так, кровь. Нет, мне нужен не кровь, мне нужен красный принц. Все, отряд снова в сборе. Интересно, вот меня вот сейчас, вот прям вот сейчас, меня беспокоит вопрос. А что бы было? Что бы было, ребят, если бы свитков воскрешения у меня не было в таком количестве? Что бы я делала после того, как встала бы одна, а все вокруг лежат мертвые? Что делать тогда? Так, ну я надеюсь, мы со всеми нехорошими созданиями в этой пещере справились. Как вы думаете? Делитесь предположениями. Смотрите, бочка со слизью. У нас уже есть одна, она, по-моему, бесконечная. Зачем нам еще бочка со слизью? Так, что тут еще есть интересного? Напоминаю, у нас бочка, осмотром бочек занимается исключительно Лоуси, потому что она у нас более везучая. И ей чаще должно перепадать чего-нибудь хорошего. Смотрите, увеличительное стекло. А-а-а! Так у нас его не было просто. Ну ладно. Сейчас мы фейну отдадим. Так, деревянный тарч. Это что? А щит? Вы нашли увеличительное стекло. Слушайте, мы не зря бились с лягухами. Мы вот не зря их всех развалили, потому что теперь у нас есть увеличительное стекло. Если у вас достаточно хорошо развито умение знания легенд, то с помощью этого предмета вы сможете опознать вещи. Нажмите ПКМ на неопознанном предмете и выберите «Опознать». Отлично. Отлично. А у нас, между прочим, знание легенд лучше всего на данный момент у Фейна развито, потому что у остальных оно не развито вообще никак, а у него оно было врожденное. Поэтому увеличительное стекло мы Фейну дадим сразу. Так, где оно? Где оно? Оно, в смысле, как-то по умолчанию куда-то... А, вот оно. Так, все, держи тебе увеличительное стекло. Так, деревянный тарч. Не знаю пока, куда его применить. Так, деревянный тарч. Деревянные вилы. Грязные штаны. Так, грязные штаны. А, это он там по сумкам нашел. Окей. Ну, это мы потом еще продадим все попозже. Так, огненный шар, свиток дождь и восстановление. Восстановить цель выбранного персонажа. Ну, ладно, хорошо. Чуть попозже это все раскидаем, потом красиво разложим. Так, бездонная бочка со слизью у нас так и есть. Для изготовления средств восстановления нашего мсье Фейна. Смотрите. О, смотрите, у нас теперь у всех рюкзак есть. Ну, супер, наведем упорядоченный порядок наведем. Обязательно. Так, мы здесь все собрали, что можно? Или не все собрали, что можно? Так, месье Фейн. Месье Фейн, вы теперь можете опознавать объекты. Ты можешь опознать этот объект? Поговорить, осмотреть. Так, объединить, открыть, подобрать. А где же... Осмотреть. А где же возможность опознать? Я опять чего-то не понимаю. Или надо использовать именно лупу каким-то хитрым образом. Так, давай ее положим в быстрый доступ. Так. Черный кот, Лоуси, сир Йода, бочка пуста.
пока я, честно говоря, чуточку не догоняю. Но я уверена, что мы разберемся. Мы уже с лягушками разобрались, и в нашем отряде уже две зверушки, три... А можно считать красного принца зверушкой? Вот, в общем, целая куча бравого народа. Так, здесь мы вроде как все посмотрели. Если нет, скажите, посмотрим. Так, и вроде как все подобрали. Давайте сделаем облет. Поле... Ой, ничего себе, узорчатый сундук. Не все посмотрели. А как туда попасть? А я хочу туда попасть. А в воду я не могу лезть. Сейчас будем разбираться. Может, можно с этой скалы слезть как-то? Лоси бы неплохо подлечиться, кстати, немножко. Так, давайте смотреть. Здесь нельзя слезть где-нибудь? Здесь нигде не слезть. А здесь где-нибудь можно слезть? Здесь нигде не слезть. А как туда попасть? Так, а может быть можно как-то разрушить вот эти вот, так, может можно как-то эти палки разрушить? Не, ну если есть сундук, понимаете, то в сундук можно, значит, как-то залезть. Давайте отойдем и попробуем поджечь обстановку. Так, только Фейн, пожалуйста, отойди чуть-чуть. Давайте пробуем поджечь эту обстановку. Так, обстановка горит, но я не уверена, что нам это сильно поможет. А, как быть? Надо телекинез прокачать и. Так, давайте сделаем пометку, что здесь сундук. Если сейчас мы до него не доберемся... Потом, когда мы себе телекинез прокачаем, потом добраться. Так, стойте! Ой, подождите, Спокойно, без паники. Кажется, мы сделали проход, нет? Нет, не сделали? Кажется, нет. Так, а здесь нельзя взять меч и как бы там, ну, прорубиться? А здесь прорубиться? Нет, никак, да? Так, ясно. Если не указано взаимодействие, то и прорубиться никак нельзя. Ничего. Ничего. Я догадаюсь. Я обязательно догадаюсь, как это сделать. Вот увидите. Как это? Это вызов. Вызов принят. А может быть попробовать сокрушительным ударом? Сокрушить? Нет, не сокрушается. Ладно. У меня есть некоторые мысли на эту тему, например, такие, что, возможно, нам нужно телекинез прокачать, и мы сможем тогда эти сундучки просто, ну как, вытащить из этих недоступных мест. И я уверена, вот более чем, что до конца, то, представьте, как у нее язык вывалился, бедняга, как будто она облизывает расплавленного гнома. Я уверена на все 100%, что... Прежде чем мы покинем Форт Радость, у нас еще будет возможность чуть-чуть навыки подпрокачать, соответственно, эти сундуки изучить. Так. Старый сундук... А стоп, а это где? А это где? Старый сундук, бочка. Не достать. А как туда попасть? Здрасте! Ага, по-моему, там что-то было. Указатель. Не достать. Да что такое? Приключить. Так, во-первых, здесь тоже давайте поставим метку сокровища. А, во-первых, по-моему, там была какая-то телепортация. Что-то про телепортацию. Во-вторых, есть еще телекинез. И что-то мне подсказывает смутно, что вот для таких вот случаев оно как раз-таки и нужно. Соответственно, нам нужно еще прокачивать навыки. И мы победили лягушек. Мы собрали кучу всяких интересных вещей в пещере, изучили ее, нашли, нашли здесь, вот карту открываем, нашли здесь это что? Сахи. А, это там-то. Все понятно. Нашли здесь сокровища, сундук, который мы пока не можем взять, но возьмем обязательно. Возьмем обязательно, чуть-чуть попозже, ничего страшного. Мы никуда сильно не торопимся. Прям, чтобы прям сильно-сильно. Сейчас поговорим с лидером этих
повстанцев-повстанцев, лягушек больше нет. Дети теперь живут в безопасности. Я вижу у вас добро. Ой-ой. Добрый. Как это? Нимб. Мы спасли детей. В общем, молодцы. А, это, кажется, эльфийская, да, деревенька тут тайная. Спасибо. Спасибо, что видите добро. А нам не будет что-нибудь за лягушек вдруг? Ладно, на этой действительно положительной ноте мы после небольшого отдыха, который, кстати, неплохо так восстановил здоровье, между прочим, мы после отдыха закончим. И продолжим в следующей серии. Обязательно со всеми поговорим, все изучим, все прочитаем, посмотрим, наведем порядок в вещах и продолжим изучать Форт Радость. Всем спасибо, пока-пока!